В Севастополь пришла весна. В центре города распустились крокусы – яркие и в то же время нежные и утонченные вестники тепла. Зачастую крокусы, их еще называют шафранами, расцветают в конце февраля – начале марта. Несколько десятков растений распустились напротив здания правительства Севастополя вдоль аллеи городов-героев. Напомним, крокусы крымские занесены в Красную книгу полуострова, поэтому их нельзя срывать и продавать. За уничтожение редких видов растений предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.